Ну что ж, Ариару, мой маленький любитель покушать, и мы продолжаем играть такую увлекательную игру, как RimWorld. Крушение капсулы. Спасай ее, дроид 2. Ты неплохой дальник. Все, у тебя преимущество заканчивается. Ты не успе... Я... Мы даже до тебя не успеем добежать, ты уже умрешь. Дроид, поэтому даже не старайся. А, ты не старался, да? Ну, я тебя не видел, считай, и все нормально. Дроид 0 полностью здоров. Я рад. Бзыть, меня это так напугало, штука сейчас. Так, передозировка, акционер, ладно. Босс, спасибо, пожалуйста. А, он сам спался, сам... Боже. Ксионер сам передозировался, сам спался и сам все охуенно стало у него. Передозировка небольшая, ободрение зависимости. Вот я смотрю на поселение и думаю, как же тут пиздато. Вопрос в том, что сейчас мне остается только охранять базу и ждать, когда изучатся все технологии, необходимые для постройки корабля, построить корабль и съебать с этой планеты нахуй. Потому что все, считай, у меня все есть, у меня есть неограниченный запас ресурсов в плане ты, неограниченный запас камня в плане вот гор, то есть тут дохуя очень ресурсов, и мне очень намного хватит. Вся фига в том, почему я говорю, что неограниченный ресурс, потому что у меня есть деньги. А вернее, есть большой запас пива. То есть максимально большой. И мне негде его, настолько большой, что мне негде его хранить. А пиво это ресурсы, причем не такие нехилые ресурсы. Из 400 баночек я смогу вы... Вот нравятся мне эти дроиды, они могут работать ночью. Это охуенно. Все, не взяли, перенесли. Я смотрю, у нас мрамора дофига. У нас гранит кончился. Я вот думаю, сижу и смотрю, почему у нас не заделано все остальное. А у нас кончился гранит, и поэтому у нас проблемы такие. Я зачем эту область расширил себе? Во-первых, тут есть паровой гейзер, что является небольшим таким плюсом. Небольшим совершенно. Во-вторых, тут есть место, чтобы сделать корабль. Пожалуй, если нашим человекам делать нечего, мы вот это вот разбираем. Копать. И вот так вот туннельчик один такой небольшой сделать. С выходом. Да пускай с выходом будет. В обязательном порядке сначала надо будет установить здесь дверь, потом уже рыть туннель. Зачем же я поставил сюда два телевизора? Один можно смело разбирать. Я понимаю, что симметрия, все дела. Вот это даже можно переставить куда-нибудь вот сюда вот, для большей, типа, и симметрии не придется нарушать. Все. Ой, на самом деле очень много, очень колоссальное количество времени прошло. Я, наверное, говорю это в начале каждой серии, но я не перестану повторять, потому что это правда. В этой серии я не планирую ничего такого загадочного делать. Моя цель — это побыстрее построить себе корабль и уже побыстрее съебаться с этой планеты. А чтобы его построить, мне нужно... Ой, как тут дохуя всего. Чтобы мне построить корабль мой, мне нужно изучать. То есть мне нужно сейчас все силы бросить на изучение, то есть на технологии. Их мало, но все равно поставим еще тут копии турелей. Пусть будут, лишними точно не будут. По технологии мы изучаем уже кораблестроение, это неплохо. Открытая область. Так, помедленнее. Так, экран исследований. По экрану исследований мы... Убежище искусственного интеллекта, окей. Открытая новость, область. Угу, плохо. Ладно, давайте тогда прикажем им построить из гранита. Я не вижу гранита, потому что у нас он и есть. У нас нету гранита, у нас есть только мрамор. Охренеть. Давайте мы хотя бы... Ну, из мрамора пофиг тогда уж. Вот так вот стеночку ебанем. И тут еще одну стеночку ебанем. И дверку из мрамора. Это временный вариант. Хотя он больше будет постоянно, чем временный. Потому что мы можем видеть, что у нас тут свободно выходит и выходит, всякому не лень. Стоять. Перейти к месту. Пиоли, он мстит, Пиоли убегает. Давайте вы все подорветесь на всякий случай. Пиоли убегай. Дроид 0. Господи.
дроид, убегай. Дроид, убегай. Так, а этих давайте поближе, а дроид продолжает убегать. Все. Мы его залупасили. Босс, давай ты спасешь его. А постройки рубля я не досчитал. В общем, там было сказано то, что на активацию реактора 15 дней требуется минимум. И нужно будет обороняться за этот период очень много и активно. Впрочем, ничего такого не было сказано, чтобы я не знал. То есть это такие вот банальные вещи. Также нужно будет приказать выкопать вот эту всю область. Приказать выкопать вот так вот. Плюс-минус. Давайте вот так вот выкопаем. Пиола. Что ж тобой сделали? Правая нога, шрам от укуса, правое плечо, рваная рана, торс, шрам от пули, снайперская винтовка. Кто в тебя попал? Рваная рана. А, шрам. Окей, рам. Потеря крови огромная. Смерть через 4 часа. Думаю, тебя босс залатал. Да босс тебя залатал, это не проблема. То есть с тобой все нормально, только остались шрамы. Не пиздить, она будет жить. То есть у нее даже нету риска смерти. Да, она потеряла много крови. Что ж теперь сделаешь? Также я предлагаю, пока есть возможность, то есть не сильно торопиться к этому, но подвести все-таки вот к такой возможности. Агрессивные животные, хорошо. Так, я не посмотрел, кто это и где они. Давайте домашнюю область поставим всем, без ограничения. Но ограничим эту область. Пельмень, давай ты по-быстрому доделаешь это. Вот максимально быстро. Не успеваешь, пельмень, беги отсюда. Все, так, теперь мы уменьшаем домашнюю область. И это все не является домашней областью, потому что, ну нах. Потом лучше я еще раз расширю. А пока с этими индюками возиться, это что-то не особо хочется. Закрытый, забеги и выбеги, все. Она должна была закрыться. Все, убегай, Джордан. Они должны пойти сюда. Вот, сейчас их должны турели расстрелять, по идее. Сейчас взрываются турели и все пизда. Угу. Все турели минус, нахуй. У ведьмы развивается цирроз. У тебя цирроз печени? Ты бухаешь, что ли? Все тело, толерантность к алкоголю. Вы что, ебанулись? У нас собаки тут бухают, вы что? Ой, блядь. Как это называется? Все, вы освобождаетесь от ответственности. Так, это все мы переносим. Также я понял одну ошибочку. То, что у нас при любой возможности все турели взрываются. То есть хотя бы вот так вот надо будет поставить. А на кузнице нашей мы дадим сделать длинный меч. Для нашего спиди. Торговцы оружием. Это хорошо. Все. В принципе, мы сделали. У пиола громление над трупами. Дроид. Остайся арестовать, пожалуйста. Спасибо. Да, она психанула, это нормально. Все, у нее пропало громление на труп. Я не хочу, чтобы кто-то разворовал наш трупешник. Да что нафиг надо. У нас пока все равно гранит добывается. Нам нужно сейчас побольше гранита для того, чтобы немножко улучшить мой киллбокс. Как его улучшить? Я говорил немножко в прошлой серии. Как. То есть нам нужно максимально замедлить тех, кто будет подходить к нам. У нас сделался, что ли, длинный меч? Да, у нас сделался длинный меч. Возьмись, пожалуйста, у спиди нормального качества. Ну, лучше, чем ничего. Сколько нужно компонентов на одну деталь? 12 стали. Хорошо. То есть у нас стали пока много. Мы можем себе позволить. Вот еще 1000 целых стали лежит. И у нас на складе сколько-то лежит. Немножко освободить надо место. Ага, понятно. Просит стереть лагерь, но мы это делать не будем. Так, вопрос, а почему... Ну, домашняя зона считается, но пельмени его не ремонтируют упрямо. Странно. Как-то надо будет облагородить это место, где у нас мавзолей находится. Предлагаю для начала выкопить новую трупешню. Вот так вот, да, предлагаю. 7, как раз 7 на 7. Как раз 7 на 7, здесь сделаем вход в эту трупешню. Гейша беременна. Также мы вот это вот все облагораживаем вот таким вот образом. Так, учительница по имени Надя. Бежит и зовет на помощь. Она говорит, что ее преследует. Так, ей 23 года. Один вождь лучника. Так, они, в принципе, легкие. У нее общение должно быть хорошее.